Всем привет подписчикам канала Мир Охотника. Сегодня у нас охота на лося очередная, загонная. Сейчас после инструктажа народ расходится, но номера будут пускать собачек. Можно стрелять только быков и кабана. Так что посмотрим. Я на номере стою сегодня. Пока. Потом, наверное, пущу собачек и будем начинать. Да. Так, ну что, вот на этом месте я буду стоять. Пару человек еще туда пошли. Я буду стоять здесь. Пусто. Пустой загон, наверное. Собаки пока что тишина, молчат. Но здесь участок леса небольшой. Они быстренько проверили. Запах идет, если зверь есть. Вот так посмотрим. Ну что, загон пустой. Загончик выходит. Лося не было здесь. Так что ладно, будем смотреть дальше. Так, ну у нас сейчас второй загон. Пускаем 5 собак загон сразу. Загон большой. Так что будем смотреть. Только тут кабанул переходом. Мать твою, а. Смотрим, повытоптали все. С кабанов схватят собаки. Будем гоняться за этими кабанами. Она дала сей. В загоне сейчас, значит, будут 3 западносибирские лайки и 2 шведские лосиные лайки. Собачки друг друга знают, в принципе. Стой. Опа. Все истоптано кабанами, ужас. Все в кабанах. Плохо, что видишь, собаки сколятся на кабанов. В любом случае, с лосем будет проблема. Только если шумовой, может быть. Так, ребят, стоп. Мы здесь пойдем стоять. Ну что, ребятки, поработаем, да? Поработаем только осторожно. С кабанами очень-очень осторожно. Здесь могут быть и волки. Кабаны здесь, волки тоже могут быть. На волка тоже есть лицензия, так что можем стрелять волков тоже, но это серый такой хитрюга. Главное, чтобы собаки целы были. Мартин, ты мне скажи, когда пойдем. Каю, лучше лосей. Кабанов не трогай. Попробуй, а? Лось. Каюрка, лосей. Понял? Так, сюда. Пошли с Богом. Мартин, мои пошли в твою сторону. Да, кому и что. Что за выстрел? По кабанам стреляли уже. Пошли за кабанами собаки. А кабаны вернулись обратно, да? Так, Найда здесь. Каюра нету. Каюр пока не найдет кабанов, не успокоится. Ага, каюрка здесь, все отлично. Дальше идем. По кабану. Выстрел. Все крупные кабаны пошли, собаки с ними где-то. Каюрка сработал. Так, нужно брат. Слышу, лает, я иду туда. Он по побитому лает, да? Нормально, сейчас полает, пойдет дальше. А кабаны пошли параллельно, по-моему, линии, да?
где-то 450 метров до каюра. Каюр дальше пошел, по-моему, или нет? Вот кабаны, значит, туда и пошли. Да, ближе поле, там прогалина такой, болотина есть. Туда, туда пошел. Сейчас уже около высоковольтной. Я здесь уже на линии стрелков. С этой стороны собака. Не пойму, на одном месте собака, но я не слышу лай. Выстрел был там. Бычок шумовой, видимо, выскочил. Стреляли бычка молодого. Оп! Лосины и есть следы, да, но вот чтоб совсем свежий, не вижу я такого. Так, ну что у нас? Сейчас выйдем туда. Где ты был столько времени? Хоть бы рассказал, кого гонял, ёб твою мать, а? Засранец. Крутил, крутил, хрен знает, что там было. Я выхожу на высоковольтную в угол. Так, ну собачка выходит. Я думаю, заканчиваем это дело сейчас. Давай, каюрка, пойдем. Так, ну ладно. Сейчас выходим. Посмотрим дальше. Юшка. Ой, его. Ну, Эндрих. Давай руку. Небольшенький такой, весь в грязи. Вот такой результат. И еще там кабанчик лежит где-то. А собака назад тянет его. Тут еще поросенок приехал. Вот вытаскивали зверя из леса. Вымазали на ТВ. Теперь приходится мыть в море. О, чтобы шкуру снять, надо отмывать. Ну что, все, да? Ну вот, загрузили. Итог охоты. Три кабанчика и молодой бычок. Отмыли, очистили, теперь шкуру снимать будем. Вот такие дела. Так что на этом заканчиваем репортаж свой, ребята.